Всем привет! Итак, вопрос от Романа и Элвиса о том, как перенести displacement из ZBrush. Я создал такой объект. То есть, Роман задавал вопрос, как бороться там на швах с складками и почему они не работают. А Элвис просил показать базовые формы, чтобы displacement при экспорте работал, как мы видим его в ZBrush. То есть добавил немного сюрреализма, при этом вы видите здесь складки. Если смотреть на объект в 3D Max, то он выглядит таким вот образом. Обычный объект с такой вот сеткой из Marlos, с этим, как его, с Remesh. Вот. И что нужно сделать? Ну, я настроил базовую сцену в короне. Также покажу, как в V-Ray это сделать, Redshift, Octane и R0. То есть во всех рендерах. Итак, в первую очередь вам нужно зайти в ZBrush, спуститься на самый нижний subdiv. Это комбинация клавиш Shift-D. Несколько раз нажимаем и смотрим сюда. Active Points будет минимальный. Total Points у меня, допустим, это 1 000 000. И экспортируем данный объект. То есть экспорт. В общем, его экспортируем. То есть, так как я добавил такие выпуклые детали, желательно это перенести в Max. Вот. Потом можно применить Mesh Smooth, можно не применять, тут зависит от вашей задачи. Я его в данном случае применил. Но при этом, как видите, не все детали переносятся, естественно. Вот. А чтобы сверхдетализированная геометрия была, мы используем Displacement, понятно. Назначаем на данный объект Corona Displacement Mode. Нажимаем No Map, Corona Bitmap, немного ждем, или можно нажать M, она автоматом уже откроет типа Browse Image Input. И здесь нужно экспортировать Displacement, естественно. Что мы делаем? Мы заходим в ZBrush, открываем Z-плагин, в данном случае он у меня уже перенесен. Вот, смотрите. Если я закрою это окошко, то вы увидите у меня Z-плагин. Нажимаем на него и нажимаем на эту иконку. Раз, оно перенесется сюда. Ну, по крайней мере, мне так удобнее. А в Multimap Exporter плагин используем. Отмечаем Displacement. Спускаемся ниже. Такие вот настройки делаем. И еще ниже здесь будет настройка Displacement Map. Subdiv Level 1 и повторяем все эти настройки. После чего, так и. После чего нажимаем Create All Maps. И экспортируем данную XR-ку. У вас пойдет вверху процесс экспорта. Будет написано Creating Displacement Map. И здесь время, примерно, которое будет. Ну, то есть, бывает показывает окончательное время, бывает нет. Вот, countdown, минута 25. То есть за минуту 25 секунд у вас будет экспорт displacement. Главное, не нажимайте escape, потому что все это сбросится. А после того, как экспорт закончится, у вас будет writing OpenXR. Ну, здесь показано, что все мапы экспортированы. Можно открывать 3D Max и приступать к задаче. Итак, на данный объект нужно, во-первых, назначить корона материал, чтобы не было никаких проблем. А во-вторых, нужно применить корона displacement мод. И здесь выбрать no map, корона bitmap, после чего нажать M. А у вас откроется окно автоматом, но я предпочитаю просто перенести этот корона bitmap с инстансом. И потом в load map загрузить HDR-ку. XR-ку. Displacement, который мы экспортировали. Override 1.0 обязательно. Open. OK. И все. В принципе, запускаем displacement. Смотрим на результат. Я сейчас специально сделаю скрин из ZBrush. То есть под таким вот углом. Нажму Shift Print Screen. Так, сделаю скрин. И закрою ZBrush. Он нам не нужен.
Затем Always in top. Так, по-моему, работает. Смотрим. Ну, я просто скрою сейчас вот так вот. Приближу. Сделаю у корона материала reflection, чтобы было видно. Reflect. Глосинус поменьше. Таким вот образом, чтобы мы видели. И как видите, все детали переносятся. То есть, если приблизиться, мы видим четко все детали. Если вам не хватает детализации, в короне, в принципе, Smart Displacement, он работает уже как нужно. Но можно сделать вот. Здесь есть в Performance настройки Screen Size Displacement поставить один, и он будет более детальный. В большинстве случаев двойки хватает. А вот. То есть, как видите, все детали переносятся. Все отлично. Единственный момент можно будет сгладить немного, потому что модель не сглажена. То есть все равно нужно применять Mesh Smooth, потому что у нас моделька, ну видите, углы, короче, эти он не сглаживает. Вот, то есть кривые, которые лоупольки. Вот, ну как я вижу. То есть все детали на швах, как видите, нет никаких проблем. В короне это писал Роман, что у него на швах были проблемы в короне. А вот, как видишь, Роман, нет никаких проблем, все выдавливается, все отлично. Вот. Ну, Элвис спросил показать детальный перенос деталей, чтобы они прям выглядели как ZBrush, и вот показал. Теперь то же самое, сейчас покажу, как сделать в Octane, V-Ray и Redshift Ernally. Закрываем, а ту же модельку можно оставить. Можно даже свет оставить. В Octane, кстати, сейчас, по-моему, корона работает. Сейчас проверим, ну, договорили, по крайней мере. Octane Render 2021 у меня сейчас стоит. Сейчас, может, новее версия вышла, но покажу на том, что у меня стоит. Я не обновлял пока. Вот, затем переходим к kernel, точнее в tools. И здесь конверт. Можно не конверт. Сейчас я покажу. Оно все работает. Open Octane Viewport. Все, как видите, все работает. Даже не нужно. А, нет, displacement не работает. Ладно, я сделаю так. Displacement mode удалю. Оставлю Mesh Smooth. Освещение, как видите, работает. Можно его оставить. Оно немного по-другому выглядит, но это не суть, не важно. Ну, я все-таки назначу не корона битмап, а создам материал Октана. Здесь пускай будет универсал материал. Его назначим. Ну, и чтобы все работало нормально, я все-таки создам нормальный источник света октановский. И здесь удалю этот Skylight Environment. Потому что у Octane есть свой хороший Daylight новый. Пускай он и будет. Вот. Проверим сейчас, как он выглядит. Вот, все отлично. А теперь нужно назначить на данный объект универсал материал. И момент. В Octane, если вы будете использовать обычный displacement, то есть maps, тут Octane Render и есть этот, как его, Texture Displacement. Он рвет углы. Ну, я сейчас покажу, как он выглядит. Displacement. Восемь К у нас текстура, правильно? Ага. Texture, выбираем Texture. Здесь RGB обязательно. Maps. RGB Texture. RGB Image. В RGB Image загружаем в файл name. А здесь загружаем HDR-ку. Тоже Override, по-моему, если я уже не забыл. Окей. И здесь обязательно Bake Input Resolution 8192 на 8192. У меня почему-то просто, если выбираешь, не работает. То есть в стандарт Texture можно выбрать, в принципе.
у меня почему-то так оно не работало, поэтому я всегда загружаю файл name и здесь bake делаю. Open Octane Report, смотрим. Так, пока displacement не работает. Почему? Потому что нам нужно его, естественно, сделать. Height, допустим, 0.1. Ой, слишком большой вариант. Так, 0.05. Тут главное подобрать значение. Вот единственное отличие от короны, там, от верея, в том, что нужно подбирать значение. Но при этом, как видите, все детали тоже переносятся без всяких проблем. Как я их нарисовал? По-моему, в Octane поправили этот момент. Ничего не рвется. Ну, раньше рвались углы. Поэтому можно, в принципе, использовать Texture Displacement в новом Octane. Вот, все складки перенеслись. Все отлично, все работает. Может, слишком большой он. Displacement 0.05. В принципе, все переносит. Главное подобрать значение. Теперь давайте посмотрим, как это. Для Redshift я создал новую сцену, импортирую объект. Почему так? Потому что у меня почему-то, когда я конвертирую, там начинает тормозить IPR. Может, это глюк какой-то в Redshift, но лучше с нуля создавать. Источник света Redshift Sun. Таким вот образом. А затем на этот объект нужно назначить Redshift материал, то есть выбрать рендер. Redshift. Здесь создать материал Redshift. RS Material. Его назначаем на данный объект. В самом Redshift. А здесь вот в Maps. Спускаемся ниже и выбираем Displacement. RS Displacement. Таким вот образом. И в Texture Map выбираем RS Bitmap. В самой Bitmap XR, Override, Open, OK. Все, а на объект нужно будет назначить Redshift Displacement Mesh Parameters. И здесь что нам нужно сделать? Subdivы он сам назначает, как видите. И можно настроить рендер. Во-первых, GI Brute Force Irradiance Point Cloud. В принципе, все. Этого будет достаточно. И в System Experimental Options Enable Automatic Sampling. Это в конце включаем, когда нужно рендер. На для IPR-ки, ой, для IPR-ки нужно, вот, и смотрите, что получается. Displacement сразу переносится, тут, в принципе, ничего не нужно настраивать. Как видите, все детали, все есть, сейчас я экспозицию чуть меньше сделаю. Добавлю Shutter Speed и ISO немножко. Вот, в Redshift, как видите, все просто. Все детали переносятся сразу. Не нужно даже ничего сглаживать, потому что он автоматом. А вот здесь Redshift Parameters у вас стоит Max Subdivs. Если детали какие-то не видны, то есть качество вам не устраивает, уменьшаем Min Edge Length. Вот, в принципе, все. Это по Redshift. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в V-Ray. Опять же, я создам новую сцену, чтобы не было проблем. File, import, import object. Окей, skip. Теперь V-Ray сам. Yes, ну там спрашивали Sky, я думаю, это вы знаете. Rendering V-Ray GPU. Так, а теперь для объекта нужно назначить V-Ray Displacement Mode.
Здесь выбрать 3D маппинг, битмап, Vray битмап, чтобы быстрее было. А саму битмапку переносим. Так, Display Redshift, я удалю материал. Сюда. После чего назначаем на данный объект материал V-Ray. All Surface Shader. Assign. И эту битмапку. Так, ее не надо никуда подключать. Пробуем по умолчанию. Отрендерить, что есть. VBF, yes. File to load bitmap. Почему? Почему-то пас он не может найти. Сейчас, минуту, я уменьшу экспозицию. Так, ну а почему не может? А, я в битмапку не загрузил, точно. Я не загрузил HDR-ку. Вот битмап, здесь выбираем HDR-ку с Override. Точнее, я так понял, ничего не надо. Да. Теперь запускаем viewport. IPR. Все, displacement по умолчанию тоже переносится. Раньше столько возни было. Вот, как видите, все окей. Просто по умолчанию назначил Vray Displacement Mode, и все моменты переносятся. Единственное, здесь тоже надо будет Mesh Smooth применять. Или, по-моему, если не ошибаюсь, если не забыл, здесь есть... Так, Cache Normals обязательно нужно включить. И Keep Continuity, чтобы не рвал края. И так, по-моему, здесь можно было Subdivision включать. Ну-ка, если так... Вот, есть Subdivision, и в Subdivision, по-моему, так, HLens меньше надо ставить, это я точно знаю. А в Subdivision, блин, а где Subdivision? Max Subdivs, вот 256, можно поставить. Я уже не помню, как я использовал. Я обычно, ну, по умолчанию, честно, использовал 3D Mapping и... На Editable Mesh назначал Mesh Smooth там с одной итерацией, этого было достаточно. Вот, и тогда все работало как нужно. Как видите, все работает. А вот. И последнее, что я хочу показать, как и обещал, Arnold. Опять же, для Arnold создадим новую сцену, без всяких конвертаций, чтобы не было никаких проблем. Reset, yes. Reset all, Alt-W, File, Import, Close. Сразу же выбираем Arnold Render. Бум-бум-бум. Так. Arnold. Mesh Smooth сразу применим. С одной итерацией будет достаточно. И назначаем материал. Standard Surface. Assign. А затем на объект вам нужно назначить Arnold Properties. Здесь в Subdivision включить Enable CutMull Clark. То есть Mesh Smooth не нужен. CutMull Clark. И в Displacement нажать Enable. Все. Тут, в принципе, автобамп. Все это можно включить, чтобы красиво работало. Вот. И M. Assign Material. Displacement нужно загрузить в... Use map, выбираем map, и здесь Arnold, обычную карту, просто грузим в General Bitmap, вот. И выбираем опять же тот же Displacement с оверрайдом. Open, окей. А затем заходим в рендеринг, Render Setup, выбираем Active Shade Mode, здесь Arnold. И нажимаем Render. Все, у вас будет Active Shade работать. И как видите, Displacement тоже отлично переносится без всяких проблем. Это все, что я хотел показать в данном видео.
Надеюсь, теперь проблем у вас не будет с переносом дисплейсмента. Кто не знал, научится это делать. А следующий вопрос, который я буду разбирать, это Николай Горбачев. И отныне в каждом видео, начиная с этого, я буду показывать, какой будет следующий вопрос. Чтобы вы знали и не волновались, я все вопросы вижу, добавляю их в список постепенно. То есть разбираю эти два вопроса от Самвела Тиграна по Cinema 4D Arnatrix. Там есть некоторые баги, которые нужно исправить, и тогда я на них отвечу. От Тиграна был вопрос по щетке, от Самвела, как создать прическу. Вы это все увидите. А следующий вопрос, который я буду разбирать, это Николай Горбачев задавал вопрос по... Сейчас я вспомню. Вот. А то же самое в октан сделать можно, особенно объемный свет. Вот. Я сказал, что да. Доберусь, запишу ответ. То есть... Следующий вопрос буду разбирать город, как настроить туман в городе в октане. Вот. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.